На политической арене появилась новая партия. Партия «Куб» была зарегистрирована агентством государственных услуг и возглавил ее политик Игорь Мунтиану, ранее занимавший должность посла Республики Молдова в Соединенных Штатах. Сегодня ООН и его соратники заявили о себе, обозначив свою миссию. Я передаю искренние поздравления всем моим коллегам и сообщаю хорошую новость о том, что сегодня коалиция «За единство и благосостояние» стала законной политической партией. Миссия КУБ – стать либеральной национальной партией, преданной сторонницей активного молдавского делового класса, интегрированной в политическую семью европейских либералов. Быть способной построить единство и благосостояние и поднять уровень жизни до европейских стандартов. На своей странице Facebook Игорь Мунтиану сообщил, что политформирование намерено продвигать профессионализм, благоразумие и честность в политике. Мы будем сотрудничать и с другими свободными гражданами с целями реализации добрых дел. Будем продвигать меритократию людей, прошедших испытания своей работы, известных личностей, способных обеспечить своим собратьям достойную и безопасную жизнь. КУБ была создана 5 ноября на первом съезде, состоявшемся в Кишиневе. Среди членов политформирования числится Эдуард Булгак, Ионтер Гуце, Святослав Михалаки, Михаил Багас, Адриан Кулай.